Да ладно, какие люди? Блин, Кэп, не говори никому, пожалуйста. Ну, пойми, просто сейчас кризис. А я ищу в Warface вернуться. Доната нету, ничего нету. Ну как быть, ну блин, ищу хоть что-нибудь, какие-нибудь пин-коды на один час. Не сыр, а куха, будет тебе пуха. Для таких, как ты, кто долго чирил, я уже новую ссылку в описании намылил. По ней проходишь, все нужное находишь. Статку растишь и раков всех гнешь. Ну а дальше, братишка, ты сам все поймешь. Оу май! Эх, Евгений, чувствую я с этими распродажами, жена твоя духов так и не увидит. Ладно, колись, что купил. АМБ золотой, золотой АК-12, да. Приветствую вас, леди и джентльмены, другие подруги, с вами Маркет Капитан Очевидность, но у нас уже наступает, у меня золотая АМБ с собой, я нагну. Нет! Не-не-не-не-не. Давай. Ах, и прочно. Точно, да. Итак, есть у меня для вас отличненький анекдот. Анекдот такой. Рабинович, скажите, вас уже прооперировали? Так и да. Ну и что? 3000 рублей? Да нет, я про то, что у вас было. У меня была только 1000. Да я не про это, я про то, что вас беспокоит. Меня беспокоит, что это очень дорого. Да. Так. Ага, о, где-то здесь, по-моему, тело есть. Вот оно побежало. Так. Даблкил, деточка, да. Блин, я, по-моему, один остался. Да, жопа. Я один. Не-не-не-не-не. Так. Это последний медик. С почином, рачина. Благодарю, Налина. Смотри с плентом аккуратней. Там авик может быть. Я знаю, знаю, Кэп. Там по умолчанию должен быть авик, но его там нет. Все нормально. Волноваться не стоит. Так, натянут мой сладенький. Вот, минку поставлю. Вот так вот. Минка в дыму, она, знаете ли, хороша порой. Просто вот так ставишь в дыму мину. И случается порой очень даже нагиб. Так, ну у нас преимущество, причем, знаете, такое серьезное. Серьезное, мы тащим, по сути. Да, так, вот. Там. Настрой их трое. Время работает на нас. Времени осталось мало. Нет, пацаны, нет! Нет, сука! Нет! Атака! Да! Базару ноль, красиво впендюрил. Старался, благодарю вас, вы весьма любезны. Вы знаете, блин, ну классно, нравится мне, я не жалею, что я ее купил. В принципе, то же самое я мог, конечно, делать с обычной МБшкой, но золотое оно как-то поприятнее идет, честно. Поприятнее, ну что тут говорить. Так? Натянут. Ага, вот он. Сука. Да. Да, братишка, так бои за звание чемпиона мира не выигрываются. Слышь, Кэп, ты чё вообще, блин, укуренный? Какие нахрен чемпионы мира? Мы играем РМ, блин, на какой там 8-9 лиге. Какие нахрен бои за звание чемпиона мира? Пошутил, что ли? Кэп, ты такой вообще отмороженный, я тебе говорю. Ты надо что-нибудь ляпнешь, хоть стой, хоть падай. Блин, я не знаю даже мне делать. Не выходить опасно, потому что они где-то рядом шуршат. Я вот сюда выйду. Да ну почему тут именно должен был медик оказаться? Почему не кто-то другой? Ну почему такая несправедливость на этом свете существует вообще? Ебутешечка, это начинает пахнуть от сосочками. Тут ты прав, не могу отрицать. Но, мы соберемся сейчас. Мы будем действовать более аккуратно, друзья. Более тактично. Слово такое тактично, оно вообще здесь не к месту. Вообще тактически. Но в Warface так повелось, понимаете? У нас же даже по-другому люди называются. Есть КС-ка и там КС-еры. А у нас Warface, тут Warface-ники. Да. Так уж повелось. Тут свой алфавит, свой словарь и вообще свой мир. А ты нагнут, да? Где-то есть, пленту есть. Блин, ну сейчас тяжко будет. Как же их выиграть, а? У нас есть один братуха, но как бы он немножко... Он немножко не авторитет пока что. Вот, потому что он далеко. Ля, вот тут тело шуршит слева. А у нас 12 секунд, что делать-то, а? Эх, давай. Получу, пожалуйста, пацаны. Давай, хватай. Бля, лишь бы он успел, пожалуйста, лишь бы он успел.
Он успел! Ну тут ничего не скажешь, на тоненького выиграли. Вообще на тоненького. Ну блин, честно говоря, я на нашего медика особо не рассчитывал. Он что-то там за 3-9 земель во дворе тусовался. А он вообще красавчик, вовремя резнул. И инч наш тоже красавчик, все успел. Успел бомбу взять. Молодцы пацаны, блин, команда мечты. Тащат, тащат, реально тащат. Так, я надеюсь, они там дымы-то закроют. Да здесь они 100 пудов. Ты смотри, на единице есть. Что происходит вообще? Один в два. Давай, братуха. Time to clutch. Да, Кэп, я знаю. Так, я пойду на единицу. Наркоман, что ли? Ха, нормальная тема, Кэп, не переживай. Это тема. Пацаны вообще где-то на подсаде, короче, видели слева от меня? Ну это хорошо. Интересно, они оба там? Вроде как да, а может и нет. Ну запрыгивай ты, блин. Разработчики, вот скажите мне, пожалуйста, что это за фигня в нашей игре? Хочешь запрыгнуть? Залезть. Не залазит. Не хочешь залазить? Прыгаешь куда-нибудь. За какой-нибудь ящик цепляется и залазит. Может, как-то вы эту механику устаканите, нормально сделаете, а? Я вас очень прошу. Из-за этого слишком нагибные вот моменты. Вот это жучара, ни хрена себе ты придумал. Да, есть такая. Единственное, у них инженер, это очень опасно. А так, почему бы и нет? Headshot. Так что, детка? Да. Так. О, нет, тихо, вот он, давай. Сука, инженер с Чиполлино! Сука, я иду. Хедшот. Ракуха, делай что-нибудь, вы сливайте. Я в курсе, Кэп, что я могу сделать? Я и так за всю дивизию стреляю. Клатчи, фигачи, все дела. Не всегда, правда, успешные, но в основном. Что мне остается делать-то, я не знаю, блин. Да нет, ну блин, как не вовремя, я не хотел вылазить. Ах, бля, нет. Да. Родники, очень-очень прошу вас, ну вы команда, вы можете, вы же команда мечты, я знаю, это давайте. Давай, хватай, сука, сила. Кара, давай, покарай всех. Псих. Ладно. Давай, 103-й калаш тоже им идет, если в голову попадать. Давайте, пацаны, пожалуйста. Вот тут он, да-да-да, его слышно, слышно конкретно. Да ну как так-то? А, у тебя бомба, слышь, братан, у тебя бомба. Давай, давай, красава, сука, просто засел как мышь. Во, тема. Только правую сторону слушай, если что, еще подойти сюда. А? Что-то, по-моему, где-то есть. Чё? Походу, это твои подписчики решили поддаться. Блин, ну так неинтересно, пацаны. Спасибо, конечно, но так реально неинтересно. Или может просто их бомбануло столько играть? 20 фрагов, 10 хэдшотов, где you, вас, он 2 и 2 сыграли, 21% меткости показали. Моим тиммейтам и моим соперникам большое спасибо за игру. Золотая АМБ, друзья, меня весьма порадовала, и я нисколько не жалею о покупке. И, кстати, планирую в ближайшее время также в соло-РМчике отыграть с 12-м золотым калашиком. Да! Если вам эта идея нравится, то ставьте лайки, по желанию, как хотите, яйки чешите. Это обязательно, без этого, сами понимаете, просто никуда. Вступайте в нашу армию, нагибайте всех. И мы увидимся с вами.